Ну что, друзья мои, всем привет! С вами я, Михаил Шилов, автор проекта корректура.ру, докторшилов.ком и прочие другие ру и ком, которые надо обязательно посетить, почитать наши статьи, вот, а также подписаться на канал на YouTube и на SoundCloud. А сегодня у нас семейная тренировка. Суббота, и мы все вместе идем на стадион. Эй! Да, я с нетерпением жду субботу, воскресенье или какие-то праздничные дни, чтобы действительно правильно начать утро. Ну да. Размяться, побегать, прийти в тонус. Ну, потому что так на, да, на будних, конечно, все равно есть и гимнастика суставная, дыхательная и прочее, но все равно это не в том объеме, как бы хотелось. Поэтому, ну, да, наконец-то долгожданная суббота, и мы почти все вместе. У нас, потому что мама работает с больницы, и с утра надо быть обязательно на конференции. И поэтому как получается, что мы занимаемся сами, по себе. А вот семейная такая тренировка с утра у нас бывает только по праздникам или по выходным. Вот. Вы не думаете, что это мы там только по субботам она у нас занимает. Она занимается постоянно, каждый день. Просто порознь, а тут все вместе. Говорит, друзья, ну и как классно. Даже погода радуется нам, и вот солнце. Так что надо семейные тренировки так иногда, ну, делать. Это дает дополнительный стимул, мотивацию и сил придает. Даже дети, которые плохо поднимаются с утра, если у вас такие есть, они все равно отреагируют гораздо лучше. Если вся семья встанет с утра, там выпьет по чашечке кофе и пойдет на тренинг. Присоединяйтесь. Да. Салют. Пока.